Когда набираете лишние килограммы, что делать? Вот тогда есть позор. Позор. Ты начинаешь полнеть. Ты начинаешь иметь комплексы. Свой первый поход к пластическому хирургу заслуженный артист помнит до сих пор. Вот это все время держалось меня. Что мне делать? Что? Идти, не идти? Я сказал себе идти. Борис Михайлович сделал репассацию дважды, но после инсульта снова набрал вес 6 килограмм. Ну давайте посмотрим холодильник. Котлетки, куриные, кефир, курица, колбаска. И как только врачи разрешат, Борис Моисеев немедленно побежит избавляться от непосильного груза. Операция.